Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 7 на странице 78. Рабочей тетради по математике для 3 класса автора Маро. На верхней полке 9 книг, а на нижней на 27 книг больше. Во сколько раз больше книг на нижней полке, чем на верхней? Мы не можем сразу ответить на вопрос этой задачи, потому что мы не знаем, сколько книг на нижней полке. Сказано, что на ней на 27 книг больше. Чтобы узнать, сколько это, к 9 прибавим 27. 9 плюс 7 равно 16, 20 плюс 16 равно 36. 36 книг на нижней полке. Теперь мы узнаем, во сколько раз больше книг на нижней полке, чем на верхней. Для этого мы 36 разделим на 9. Получится 4. 4 раза больше книг на нижней полке, чем на верхней. Пишем ответ в 4 раза. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои.